чем, дорогие друзья. Сегодня мы здесь, чтобы поддержать тех, у кого случилась беда. Так повелось в нашей привычной жизни, что мы каждый день приходим на работу. Возвращаемся домой, стремимся к успехам, строим карьеру, слушаем музыку, смеемся. Не замечаем, что рядом с нами кто-то страдает от боли. Вспомните, как начинают радостно светиться ваши глаза, увидев, что рядом кто-то, кому стало хорошо от вашего участия, потому что вы протянули руку помощи. Чтобы быть счастливыми, нужно помогать ближним и делать счастливыми других. 8-летнего Толика Музаева детский церебральный паралич. Но его случай необычный. Мальчик может говорить, не отстает в развитии. Проблема в том, что он не ходит. Научиться передвигаться самостоятельно – это и есть мечта Толика. И она, обнадеживая специалисты, осуществила. Мальчик уже прошел несколько курсов лечения. Теперь поставить ребенка на ноги обещают немецкие врачи. Правда, стоит это недешево. Оплатить терапию самостоятельно семья Музаевых не могут. Нужна помощь. Диагноз ДЦП мальчику поставили в 2 года. До тех пор казалось, что с ним все в порядке. Толик рано начал говорить, самостоятельно есть, только вот никак не мог пойти. Выяснилось виной всему паралич. Уже полгода Толик учится в специальном коррекционном классе школы-интерната. У Толика 3 мечты. Научиться ходить и играть с детьми. Ну а в будущем стать гонщиком и футболистом. Руки мог опустить кто угодно, но только не родители Толика. Лечение в Краснодаре, Калининграде, Калуге, Санкт-Петербурге, Москве, Израиле. Терпение и труд дали результаты. Их видно, но для того, чтобы закрепить их и идти дальше, интенсивную терапию нужно продолжить. Сейчас Толика готова принять в Германии, но для этого нужна немалая сумма. Зато немецкие специалисты гарантируют за 8 месяцев поставить ребенка на ноги. Вся надежда, теперь говорят родители мальчика, только на добрых людей. Каждый, кто сейчас находится в этом зале, пришел сюда, чтобы подарить радость людям, которые нуждаются в нашем внимании и участии. Все, кто пришел сюда с желанием творить добро, не очерствели душой. И мы пробуем приблизиться к счастью. И благодарна вам за то, что вы сегодня вместе с нами. Слово предоставляется маме Толика Лидии Музаевой. Добрый вечер. Спасибо, что вы пришли на наш концерт. Этот концерт в поддержку моего сына Толика, единственная мечта которого – научиться ходить. Я надеюсь, что эта мечта осуществима, и он на это надеется. Я надеюсь, что с вашей помощью мы сможем приблизиться к заветной мечте. Особую благодарность я хочу выразить председателю правительства Республики Северная Осетия Сергею Керменовичу Токоеву. Это человек с большим добрым сердцем. Он никогда не оставит в беде. Он всегда поможет. Он всегда подставит свое плечо. И на него всегда можно положиться. Также я хочу сказать огромное спасибо ректору Горского государственного аграрного университета Тимираеву за то, что он любезно предоставил это помещение для проведения нашего концерта. Ну и, конечно, отдельное спасибо Фатиме Фадзаевой. Фатима Аскеровна – это человек, на которого так же, как на Сергея Керменовича, можно положиться. Ей можно доверить тайну. Тайной было то, что мой сын хочет ходить. Он пришел и сказал ей это. Когда она увидела его глаза, она сказала: «Я вам не откажу, концерт будет». Спасибо большое, что вы с нами. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что участвуете в судьбе моего сына. Мы надеемся, что Толик поправится, и мы еще встретимся на концерте и увидим его здесь, на этой сцене, который будет самый счастливый, самый задорный мальчишка. Дай Бог ему счастья и здоровья. Мы все это желаем. Шпацануар жон зинадал,
амайны юлдар пензыштами расшовзинат. Амончинат дыцел толи. Осарамонда бироват. Спасибо, что пришли поддержать нашу. Все, друзья. Маленького Толика. Дайку Анатолию. Сто лет жизни. Сто лет. Я хотел бы сказать спасибо каждому из вас, кто пришел, кто купил билет ради этого ребенка. Я хотел бы, чтобы он был здоров. Я как врач очень этого хочу. И если мы вместе об этом попросим Всевышнего, вот такая коллективная, массовая молитва, она дойдет до Бога. Еще раз добрый вечер. Очень приятно сегодня присутствовать здесь, видеть вас всех. Хочется от души сказать всем большое спасибо, что вы сегодня пришли, что вы поддержали. И просто скажем коротко, будьте здоровы всем. Все мы и всем нам мирного неба над головой. Я хочу пожелать Толику Музаеву, чтобы он также радовался, улыбался и жил во благо всем нам. Здоровья вам! И лично от меня большое спасибо всем, кто пришел сегодня поддержать нашего дорогого Толика. Большое спасибо всем, кто принял в этом участие и кто не оставил без внимания. И я очень надеюсь, что следующее мероприятие, на котором мы вот так же соберемся в этом прекрасном зале, это будет празднование его выздоровления. Огромное вам всем спасибо. Спасибо вам, солнечные люди, за то, что вы сегодня здесь, несмотря ни на что, не пожалели своего времени, денег, пришли на такое замечательное мероприятие. Слава Богу, что есть добрые люди на земле. Спасибо вам и низкий поклон. Дорогие друзья, хочу сказать вам, что есть такое понятие «массовая мыслеформа». Вот если мы сейчас все дружно будем желать Толику крепкого здоровья на всю его долгую, счастливую жизнь, просто быть не может, что у нас этого не получится. У нас обязательно получится. У него все получится, и он обязательно будет здоровым и счастливым. Спасибо большое. Замечательные пожелания. Зарина Кадзова. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, многоуважаемая публика. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня здесь, на таком прекрасном, замечательном концерте. И вы пришли поддержать человека, который на самом деле в этом нуждается. И огромную благодарность хочу каждому из вас сказать за то, что вы сегодня рядом, за то, что вы посчитали нужным прийти на этот концерт. И, конечно же, я хочу сказать огромную благодарность этой прекрасной женщине, хозяйке этого зала, директору Дворца культуры Фатиме Аскеровне Фадзаевой. Давайте поаплодируем. На самом деле, это тот человек, который поддерживает тех людей, которые нуждаются в ту или иную минуту. И следующую песню, которую исполнить хочу для вас, за каждого из вас, который находится в этом зале. Счастья вам, здоровья и большой любви. Зрительный зал, дайте, хочу всех посмотреть. Где вы? Все равно будет мало, я знаю. Только тот, кто любил, только тот, кто страдал, понимает, что это такое. Я наполню любовью хрустальный бокал. За зрителей выпью стоя. За тебя и искренний смех. За вас все врачу. За тебя, за друзей и любимых вокруг. За тебя, за твою доброту. За тебя, за твой добрый и искренний смех. За все врачу, во всем русске. За тебя, за друзей и любимых вокруг. Надежда за то, что ты здесь. Спасибо.
рядом с каждым из вас и встречает любовь на пороге. Пусть себя стороною подходит беда, и по следам тебе будут дороги. Только тот, кто любил, только тот, кто страдал, понимает, что это такое. За твой добрый и истинный смех, за тебя, за удачу во всем успех, за тебя, за друзей и любимых подруг, за тебя, за твою доброту, за тебя, за твой добрый и истинный смех, за всю удачу во всем успех, за тебя, за друзей и любимых подруг, за тебя. Я твою доброту. Где вы? Слава Рома Дишерта! Эй! Мои дорогие, за тебя, за твой добрый и искренний свет, за вас солдаты во всем успех, за тебя, за друзей и любимых вокруг, за тебя, за твою доброту, за тебя, за твой добрый и искренний свет, за вас, за удачу, во всем успех, за тебя, за друзей и любимых вокруг, за тебя, за твою доброту, за тебя, за твою доброту, за тебя и за каждого из вас. Человек-фестиваль Сергей Петросян. Спасибо. Всем приподнял настроение. Юная и талантливая Светлана Музаева тоже решила поддержать своего двоюродного брата Толика. На сцене заслуженная артистка Чеченской Республики Светлана Музаева. Встречаем. Прожив свои годы, я понял, что не всегда мы сами выбираем свой путь. Иногда жизнь нам дает определенный путь, который мы должны пройти. И Толик Музаев, я искренне верю, что данный ему путь, он пройдет обязательно. И как только он его пройдет, он станет особенным ребенком, потому что люди, которые прошли что-то в этой жизни, они всегда особенные. После нашего концерта людей, готовых протянуть руку помощи, сделать доброе дело, поделиться душевной теплотой и заботой, станет чуточку больше. А это, пожалуй, самое главное. Все собранные средства с благотворительного концерта будут перечислены на расчетный счет семьи Музаевой. Большое сердечное спасибо всем, кто был сегодня с нами. Надеемся на скорейшее выздоровление Толика. Большое вам спасибо!